Трали-вали. Привет, дорогой друг. У нас новинка очередная от Xiaomi. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. И за ненадобность уберем. Ну, смотрите, да, ноут 5 также приходит в красной упаковке. Здесь что у нас добавилось? Добавилось Prime. И, казалось бы, да, ну, Prime и Prime. Нет, он очень существенно отличается от простой пятерки. И мы сейчас посмотрим, в чем отличие. И насколько он хорош. А ну-ка, секундочку. А вот так вот даже. Видите? Вроде отличий немного. Ну и здесь отличий немного. А по факту нет. Значит, в связи с тем, что это у нас глобальная версия, соответственно, евровилка под нашу розетку и наши банды для стабильного, понятного, качественного 4G. Значит, спереди мы отличий, я во всяком случае навскидку не вижу. Сбоку, опять же, отличий я особо не вижу. Напоминаю, в связи с тем, что это Note 5, у него появился плюс какой? У него в лотке сразу прячется три места. Одно для симки, второе для симки, третье для карты памяти. То есть одновременно можно вставить две сим-карты и карту памяти. Поэтому 16 гигов встроенной памяти, ну, абсолютно не критично, так как все это дело можно разогнать флешкой. Да, с боков, снизу, сверху все один в один. А вот если мы посмотрим сзади, уже появляются отличия. А в чем отличие? Добавился сканер отпечатка пальцев. Помимо того, что добавился сканер отпечатка пальцев, добавился еще гик оперативки и более серьезная камера стала. Я вот сейчас боюсь тебя, дорогой зритель, обмануть. Чтобы этого не получилось, я лучше поверну и прочитаю информацию на всякий случай. Да, 16 мегапикселей у нас камера для себяшек. Это, ну, очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Или просто очень-очень хорошо. Или даже просто хорошо. Ну, в любом случае, да, 3.32 встроенный, вполне возможно, вы обойдетесь без флешки. Ну, и очень хорошая камера. Значит, давайте делаем стандартные вещи. Я сейчас закачиваю сюда разные разнообразные программы, ковыряюсь и так далее и тому подобное, и, ну, делаю резюме, насколько он там хорош или плох. В любом случае, это будет регулярный товар, но об этом чуть позже. Скоро вернусь. Итак, ну, некоторую синтетику сделал. Значит, сканер отпечатка работает, работает нормально. Разблокирует быстро. Давайте посмотрим, что в итоге, да, какие результаты он у нас показал. Я не стал делать тест на аккумулятор, потому как аккумулятор в 3000 мА это, ну, все-таки не так много. Так, давайте заходим в результаты. Не буду я все это дело превращать в скриншоты, покажем, как оно есть на нем самом. API Overhead 40552 в OpenGL и 158339 в Vulkan. iStorm 9925, iStorm Extreme 6173, Slingshot 596 и Slingshot Extreme 319 в Slingshot Extreme OpenGL и 290 в Slingshot Extreme Vulkan. Как бы сложно говорить, надо все-таки это сравнивать, да, поэтому давайте почитаем про него, что он вообще видит. Он видит его как Redmi Note 5A Prime с Android 7.1.2, новая модель, ну, не более того. Не более того, но зато в AnTuTu можно будет увидеть больше, да. Значит, AnTuTu нам показывает 57 831 попугай.
Да, это достаточно хороший показатель, скажем так, по проверке устройства. Он у нас подтверждает ее как официально Redmi Note 5A Prime. Значит, опять же, да, официально MCM8940 это у нас Snapdragon 435, ядра 8, ну, все сходится, да, как официально, так и у меня. Ускоритель Andera 505, разрешение экрана 720 на 1280, акселерометр поддерживается, датчик температуры не поддерживается, гигрометр не поддерживается, датчик силы тяжести поддерживается, освещение поддерживается, магнитометр поддерживается, шагомер поддерживается, датчик давления отсутствует. Датчик ориентации поддерживается, и датчик приближения опять-таки поддерживается. Что мы еще можем здесь увидеть? Здесь мы можем увидеть марк Xiaomi Redmi Note 5A Prime, плату Qualcomm Reference Phone, процессор Qualcomm, Android 7.1.2, 64-битка, да? Ну, все то, что я перечислил. Задняя камера 13 мегапикселей, а передняя камера 16 мегапикселей. К этому сейчас чуть позже вернемся. По памяти мы видим, что осталось 23.46. А, нет, системной памяти 23.46 было, осталось 15.41. Ну, здесь накачанная программа. Оперативной памяти 2843 мегабайта, свободных 1289. Архитектура, частота процессора от 768 до 1400. Вот видите, да, передняя камера 15,9 мегапикселей. А батарейка 3080 мАч. Ну и, собственно говоря, все остальное не столь интересно. Хотя гироскоп и некалиброванный гироскоп от Bosch. Ну, опять же, не знаю, зачем вам это надо. Вырезали. Значит, что у нас осталось? Banzai Benchmark нам показал 3542 очка и FPS-ку 50,5. А мультитач-тестер поддерживает, значит, он 10 касаний. И по синтетике Work Performance 5033, Storage 3341, CompuVision 1711 и Work 2.0 Performance 3805. Вот, собственно говоря, все его оценки. Давайте посмотрим, что у нас покажет GPS. Первый запуск, пустой, холодный. И он как-то быстро взял и подхватил. Очень быстро он подхватил. И очень, я ж прям удивлен такому подхвату. Три типа спутников он у нас поддерживает. И давайте посмотрим. Нет. Cancel. Close. Где? Где первое? О, на поиск себя у него ушло 3 секунды. Ну, то есть, это реально быстро и очень даже хорошо. А точность, опять же, пятерка, ну, это, опять же, очень хороший показатель. То есть, в этом отношении к нему вопросов, ну, нет вообще никаких. Аиду открывать особо смысла нет, потому как, в принципе, все было видно в Antutu. Стандартно, да, есть Mi-пульт, соответственно, мы берем, подключаем телевизоры, кондиционеры, все, что поддержит инфракрасное управление, и, собственно говоря, с помощью него управляем. А сам он пластик, ну, об этом у нас говорит буква А, да, в окончании, то есть, если мы берем Xiaomi, то Redmi Note, там, например, 5, это серьезно, а 5А это простенько, а там 5Х это, например, опять же, еще серьезнее. То есть, иксовые серьезно, Ашка простенький, ну и без каких-либо приставок, довольно серьезная ерунда.
Из плюсов стекло здесь идет Gorilla Glass, но опять же не указано какая, первая, вторая, третья, четвертая, поэтому ну, сложно судить. По тому, как все работает, да нормально все работает в итоге. Игры, ну я запускать в принципе особого смысла не вижу. FPS мы опять же видели в синтетике, по весу, по размерам, ну вполне удобно. В принципе, ну вот, я не знаю, для кого этот телефон. То есть, вот, игровым его назвать, ну, немножко сложновато. Несмотря на то, что у него хороший размер для игрушек, все-таки он какой-то бюджетник он все-таки. Он все-таки бюджетник, причем, если вот здесь вот он без сканера, он совсем бюджетный, но... Было бы здесь также 3 гига, вопросов бы не было. Ну, здесь вот добавляется еще гиг, да, против двушки, и добавляется сканер отпечатка. Вот. Не знаю, для кого он подходит. Приблизительно стоимость, опять же, надо сейчас понимать, потому что ну, достаточно свежая модель, у него ценник туда-сюда скакал. А сколько он будет стоить, у меня точно не скажу, но внизу в описании будет ссылка. Вы, в принципе, всегда сможете посмотреть. Значит, если вы его решите покупать в Китае, есть Global Version. Это означает, что здесь присутствуют наши бенды в точности 20 для 4G. Довольно полезная штука. Присутствует стабильная, хорошая европейская прошивка, которая будет обновляться по воздуху. Будет находиться евровилка. То есть, это ровно то, что продается в магазине. Ну, вполне возможно, наоборот, даже в магазине будет китайский телефон, на который кустарным образом поставлена наша прошивка, европейская, глобальная. А китайцы обычно звучат либо как original, да, телефон, либо в Viz Global ROM, либо Viz Global Version, да, то есть, либо... Ну, в общем, такая вот ерунда, да, оригинальная глобальная версия, она звучит обычно как original global version. Ну, собственно говоря, такой немножко кривоватенький обзор получился. Обе модели в наличии. Сейчас полноценно на него, не знаю, как смогу, не смогу доделать отзыв. Вообще, в идеале, да, сейчас что хочу? Сейчас хочу собрать всю линейку, бюджетную линейку Xiaomi. И, собственно говоря, по каждой модели рассказать ее плюсы и минусы, чтобы, ну, можно было определиться, что... вы на самом деле для себя хотите, чем хотите пользоваться. Не знаю. Значит, Да нормальный, в принципе, телефон, учитывая его стоимость. 3.32, в принципе, вполне хватит, да, для многого чего. Ну, и в бюджете он остался. 3080 аккумулятор. Ну, избаловались мы. Подойдите к яблочникам, спросите, насколько хватает у них ихнего айфона, да, и, собственно говоря, это станет телефон-монстр, который оказывается долгоживущий. Ну да ладно, я с вами прощаюсь. С вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер». Пишите, что менять в обзорах телефонов. Я это поменяю, если это как-то вот несложно будет, как минимум. Ну и до скорых встреч. Всем всего, пока.